مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حنبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حنبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые братья, имамы, муфти Ильдар Хазрат, сестры, Альхамдулилля, помилуйся Аллаху Субхану ва Тааля, что мы собрались с вами на таком благом мероприятии, на таком форуме, который называется «Семь колосев». Именно аяты Священного Корана, которые мы прочитали, здесь именно упоминается это слово «Саба'а Санабиль» — «Семь колосев». Когда мы, Аллах Субхану начинает эти аяты, 261 аят сурат Аль-Бакара, и говорит «Мэталю ладина» — пример тех. И когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Мэталь» — пример, то человек должен задумываться в этот момент. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит «Ватилька ламтану надрибуха линнас, ляаллахум ятафаккарун» — такие примеры мы приводим для людей, может быть, они задумаются. «Ватилька ламтану надрибуха линнас, вама яакилуха илля лаалимун» — такие примеры, «Мэталь», «Амтану» мы приводим для людей, и мало кто может задуматься о них, кроме тех, которые знающие. Только тем, кому Аллах Субхану ва Тааля даровал знания, они могут задуматься об этих примерах. Поэтому, когда приводится мэталь, слово, мы все должны послушать пример, задуматься, принести через все свое тело, через свою душу, и после этого, соответственно, этого стараться жить. Те, которые расходуют, пример тех, которые расходуют свои амуаль, свои имущества, свои богатства. И здесь такая есть тонкость, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «амуалахум» — свои имущества. Хотя «куллю ль-маль» — «маль Аллах Субхану ва Тааля» — все имущества принадлежат Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит «анфику мимма разакнакум» — «тратьте с того, что мы вам наделили, мы вам дали риск». Потому что любое имущество, любые деньги, любые богатства — это принадлежит Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Но почему здесь Субхану ва Тааля сказал «амуалахум» — их имущество «караман ва шарафин ли-ибади» — для того, чтобы проявить некую почет, уважение к своим рабам. То, что я вам даровал для расходования — это мое, это Всевышнему, мы знаем, принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля, но Аллах Субхану приписывает это к рабам «амуалахум» — «фи сабилиллах». Здесь очень важный момент на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что те есть люди, которые юнфикуна амвалан фи гайри сабилиллях, те, которые расходуют свои имущества не на пути Аллаха Субхану ва Тааля, на пути шайтана, на пути своих страстей. И здесь очень важно фи сабилиллях, на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Лахум аджру фи сабилиллях, камасали хабба, подобно хабба, семени. Фи кулли хаббатин амбатат саба санабиль. Из этого семени прорастают семь колосьев. Фи кулли сумбулати мяту хабба, и в каждом этом, в эти колосси, из каждого из колосси, мяту хабба, еще есть 100 семян. Поэтому, если когда мы вот общались с теми людьми, которые, у которых есть колхозы, фермеры и так далее, мы говорим, брали, раскрывали, бывает хабба, бывает одно семя простает оттуда, не 7 колосси, бывает 13, мы считали, до 13 колосси простают, открывали, там больше, чем 100 семян находится. Поэтому Аллах Субхану здесь показывает, чтобы мы примерно понимали то, что бывает и больше, то есть мы понимаем, что бывает и больше, но здесь такая цифра 7, в каждом колосе 100 семян и так далее. То есть здесь Аллах Субхану показывает награду. То есть тот человек, который расходует свое имущество на пути Аллаха Субхану ва Тааля с правильным намерением, ему награда такая,
один, то есть 7 умножаем на 100, 700. 700 наград. И после этого Аллах Субхану ва Тааля, Аллах юдаифу лима яша. Аллах Субхану ва Тааля кому пожелает, еще больше даст, приумножит награду. Здесь ученые муфессиры говорят, первое то, что ли таакид, ва тани ли тадаиф, ли тадаиф, то что первое, то что Аллах Субхану ва Тааля подтверждает, то что тот, который расходует ради Аллаха Субхану ва Тааля, ему уже зафиксировано 700 наград. Это подтверждение. Ва юдаиф лима яша, Аллах Субхану ва Тааля еще больше награду дает. В чем, от чего Аллах Субхану ва Тааля дает награду больше? С чем связано? Бима фил кулуб, что в сердцах? Больше было у тебя рия не было в сердце, было ихлас, был именно искренность была у тебя в сердце. Ради Аллаха Субхану ва Тааля ты это делал. Сумма ля ютбиун, также ты не делал после этого манна ва ля аза. Манна ва ля аза — это две формулы, которые аннулируют садака, сколько бы человек ни дал. Маннан — это когда ты даешь, например, садака, и после этого человеку напоминаешь. Помнишь, я тебе тогда помог. А ты тот, которому это помог. Я тебе тогда помог, дал садака, дал там 1000 рублей. Ты сейчас себя так ведешь. Или, например, даешь и обратно просишь это. Это маннан. Это субханаллах. Мухия миль камаир дзунуб. Маннан, манна — это из больших грехов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверен в хадисе, сказал: «Салатату ля юкаллимухум Аллаху йаум аль-кияма, ва ля юзаккихим, ва ля йанзуру илейхим, ва лахум азабун алим». Три вида людей, с которыми Всевышний субханаллах ва тааля в судный день даже не будет общаться. Аллах субханаллах ва тааля ля йанзуру илейхим, не будет смотреть на них. Бывает такое, бывает то, что когда человек какой-то, например, когда ребенок как совершил какую-то ошибку, которые, когда говорили им родителям, делай так, так, отец уже не обращает внимания. Это самое тяжелое, что мы в детстве понимаем, да, даже не ремень, а что папа не обращает внимания на тебя, значит, ты его задел, где-то обидел. Или бывают такие люди, то есть не обращает, он совершил какие-то плохие поступки, на него не обращает внимания. Даже здесь Аллах Субхану ва Тааля, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, на такого человека Аллах даже не посмотрит, он не нужен. Уаля юзаккихим, уаля хум азабун алим, им будет сильное наказание. Один из них, маннану бима аата, тот, который когда давал, после этого напоминал. Помнишь, мы тебе помогли, помнишь, мы тебе дали и так далее. Второе, аза, это когда человек после этого преследует какие-то вещи, которые может обидеть человека, который нанесет боль. Например, нанесет боль, дал человеку, и после этого начинаешь где-то рассказывать про него. Вот я ему помог, я тому помог. А этот человек не хотел, чтобы о нем говорили. То есть он хотел скрыть. Как говорится в истории, один араби, один из бедуинов подошел, и спросили тогда его: «Мин ай кабилант?» — «Из какого ты клана, из какого тейпа, из какой фамилии?» И он что сказал? «Зикруха манаат садакатаха». — «Упоминание моей фамилии запретило это садака». То есть не хотел, чтобы потом говорили: «Такой-то, такой-то, из такого тейпа, из такой семьи ходит, там у него может быть и нужда». Но он просит прощения. Также вот это «ада», когда ты даешь, ты должен давать с легкостью, ты должен расставаться. Аллах Субхану ва Тааля, наш Всевышний Аллах Субхану говорит: «Давайте так, не ущемляя». Бывает, некоторые моменты приходят. Вот вы все работаете в фонде. Это как указание для нас от Аллаха Субхану ва Тааля. Бывает, что ты все, тогда на прошлой неделе получал, все не получишь, а куда тебе столько? Все, не нужно так. Аллах Субхану не нуждается в садах. Аллах Субхану, Аллах ганиюн халим. Аллах богатый. Как он тебе дал богатство, так и этому нуждающему Аллах Субхану ва Тааля даст богатство еще больше, чем тебе. Поэтому не нужно так общаться, нужно что с улыбкой. Самое главное, что дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит: если не можешь помочь, если считаешь, не нужно ему помогать, то не надо его обзывать, не надо у него принижать, не надо у него унижать, не нужно его ставить в такое положение, которое вот он себя чувствовал после этого, ему и так тяжело. И ты его еще в такие рамки загоняешь. Не хочешь давать, не можешь, тогда что? Каулюм ма'руф, ва магфира, хайру мин садакатин ятбауха аза. Тогда скажи хорошее слово, улыбнись. Как один раз мы ехали в Саудии с одним шейхом. Он говорит: дети ходят попрошайничать. Он знает, что у них у родителей есть деньги, это, но они сейчас потрачут, может, не туда, куда надо. Они говорят: садака садака, он тоже так берет. Садака садака, машаллах, машаллах. Они смеются, играют с ним. Говорит: для чего так сделал? Каулю ма'руф. Я их, говорит, не дал им, но я их обрадовал, они поиграл с ними в такой форме. Каулю ма'руф — хорошее слово, хорошее наставление. Хорошее, альхамдулиллах, Аллах ярзук, Аллах субхану барик фик, Аллах тааля пускай тебе даст, брат, иншаллах. Даже у тебя сегодня возможно, хорошее слово. Махфира, махфира — простить. Простить даже того человека, то есть имеется в виду, не упомянуть о нем где-то плохо, если даже ты его видел в каком-то таком положении, где он плохо, может быть, обращался, плохо просил у тебя. Бывает такое, это тоже, некоторые приходят: «Эй, вы должны, вы обязаны, давайте». Это тоже не только по отношению к тому, кто дает, а тот даже, кто просит, нужно даже правильно просить. То есть некоторые: «О, дай тебе». Там, а вы разбогатели, вы как часто вы, наверное, встречаетесь, да? Куда деньги деваете, куда даете, это, почему вы нам не даете, я нуждающийся, знаете, это тоже по отношению к прощающему, это тоже прощение прощающему, аза не должно быть. Махфир, хайру мин садакатин ятбауха аза, валлаху ганиюн халим.